В детском центре «Океан» прошел образовательный проект «День цифры». Ребятам рассказали о цифровой гигиене, о последних разработках в области искусственного интеллекта, а также провели мастер-класс по разработке собственной игры и созданию видеороликов. В программу «Дня цифры» вошли лекционные и практические занятия не только от преподавателей учебных заведений края, но и от специалистов ведущих IT-компаний. Вот сделали «Асинт». Это поиск людей по открытым источникам. Это, знаете, там в интернете там услуги пробива продают всякие там нехорошие люди, или там люди говорят, можно найти кого угодно по фотке, там, либо там, по номеру телефона. Да, действительно, это можно делать законными способами, это из открытых источников, ну и незаконных, которых, надеюсь, многие из вас не знают. Ученикам провели лекцию о том, как искусственный интеллект может помочь людям в прогнозировании погоды, борьбе с лесными пожарами и даже в оформлении иллюстраций научной книги. Одним из первых проектов, которых мы взяли, это оптимизация Владивостокского торгового порта. Сейчас это самый загруженный порт в России. Мы обучили модель искусственного интеллекта, которая предсказывает, сколько контейнер будет находиться в порту. Ну, то есть он еще идет на корабле, мы получаем характеристики и понимаем, сколько он будет лежать в порту. Это позволяет нам уменьшить количество перемещений контейнера. Завершил мероприятие «День цифры» мастер-класс по созданию и монтажу видеороликов. Отметим, обучение населения цифровым навыкам является одним из важнейших мероприятий национального проекта «Цифровая экономика». Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.